Добрый день. Да, да, да. Теперь можно смотреть «Подводный мир» в 3D на большом экране. Нет? Почему? А, лучше самому. Ну да, лучше самому, конечно. Да, мы объявляем этот год по видео годом 3D. Приглашаем всех, кто хочет принять участие в нашем проекте, обучиться съемкам 3D видео, принять участие в наших экспедициях по всему миру, которые планируются. Мы будем снимать все в 3D. Мы не планируем сделать фильм в 3D. У нас уже фильмы идут в 3D на большом экране. И вы можете в Москве посмотреть в Дарвиновском музее каждый выходной, субботу, воскресенье, праздничные дни и все дни каникул детские. Да, мы ориентировали этот фильм для детей, потому что дети, это наше подрастающее поколение, оно еще не видело того, что видели папы и мамы. Вот, тут говорят, вот лучше самому под воду. А если ребенок там? Вот. Да, и как показали первые показы фильма, дети просто балдеют. То есть вот, ну и взрослые тоже. В прошлом году я рассказывал довольно долго о том, как, что, чем снимать. В этом году я не буду рассказывать про то. Если есть вопросы, как, что снимать, вы лучше потом подойдете, я расскажу. Я хочу сказать, что вот чем больше мы сейчас под водой в разных местах ныряем, больше смотрим, все меньше и меньше рифов у нас становится. Все больше и больше пластика. То есть вот реально я это сам вижу. Вот буквально на этой выставке принесли кадры, когда большая китовая акула просто подплыла к дайверам и попросила снять какой-то большой крючок у нее на спине. Она его показывала и так, и сяк. Его сняли, и она благодарная уплыла. И к чему я все это делаю? К тому, что наше детское поколение надо приучать уже сейчас, до того, как они пойдут под воду, до того, как они вырастут, объяснять. Да, мы создали вот этот фильм для детей. И мы надеемся, что он воспитает у них любовь к природе, бережное отношение. И прежде чем выбросить вот этот пластиковый пакет за борт или куда-нибудь, он подумает, он вспомнит эту черепаху, которую увидел, которая у него над сиденьями там выползает и рыб плывет. Вот. В связи с этим мы сейчас провели переговоры со многими министерствами туризма многих стран. Рассказали о нашем проекте. Всех это очень-очень заинтересовало. И идут навстречу к нам. Поэтому мы приглашаем вас в наш проект. Вот. Мы будем проводить мастер-классы по обучению. Но это не только 3D. 3D – это уже 3D-съемка, это некий верхний уровень. Вначале мы можем обучить вас и, то есть, нижнему уровню, простой съемке, что, чего, как снимать надо. Потому что я каждый раз на каждом выступлении привожу пример. Вот. Если вы знаете такой Александр Македонский, инструктор. Есть он сейчас во Вьетнаме, преподает. Он был учеником у меня по видеосъемке. Он говорит: Олег, да чему ты меня научишь? Я, говорит, за один дайв снимаю 1,5 часа, целую кассету в то время. Забиваю, и все есть. Но, говорит, я приду к тебе. Через пару дней он выходит из-под воды. Я говорю: Санька, ну чего? Ты что-нибудь снял? Он говорит: нет. Я говорю: почему? Ты ж 1,5 часа снимал. А нечего снимать.
Через 4 дня он довольный с ночного выходит, говорит: Олег, я снял целых 2 минуты. Это прогресс. Вот. Я к тому, что да, мы ныряем, вот многие из вас ныряют, снимают все подряд, вот все, что вижу, то и показываю. И ничего. Все там посмотрели чуть-чуть и все. Вот. Мы вас научим, что, как нужно снимать. Да, есть понятие драматургии, если кто не знает. На этом строится все. Все искусство фактически. Не только кино, не только сцена. Это и скульптуры, и картины, и музыка. И если постичь вот эти тайны, то можно снимать. А 3D, оно еще добавляет ко всему этому некий такой, некую интригу. Да, одно дело, когда плоская картинка, а другое дело, когда оно вот перед вами. Да, еще есть то, что мы будем и планируем делать, это 3D 360. Кто-нибудь когда-нибудь был в куполе, в сферу, сферическое видео видел, не видел? Видели, да? Вот. Ну, то есть вначале там 300, это когда крутишься вот так по всей стороне и видно все. То есть камера стоит посередине рифа и снимает на 360 градусов. На экране можно купола посмотреть, как это выглядит. Вот, оно просто в таком есть, а если в 360, то это будет совсем супер. В общем, я не буду рассказывать много, что, чего и как снимать. Если хотите узнать, связывайтесь со мной, приходите к нам, ждем, приглашаем в нашу команду, будет очень интересно. Всем спасибо. Можно еще, да, контакты. Контакты Facebook, Олег Бажок, или Океан ТВ, телеканал, главный режиссер. То есть просто набираете Океан ТВ, главный режиссер Олег Бажок, или Олег Бажок в Фейсбуке. Буду рад контактам. А? Ролик включите еще, пожалуйста. В этом фильме мы совершим увлекательную экскурсию в загадочный подводный мир и увидим его на расстоянии вытянутой руки. Рассмотрим морских обитателей, узнаем новое и разгадаем тайны. А невероятные кадры красот подводных ландшафтов произведут на нас чарующее впечатление –